нами уже на нашей еженедельной встрече наша любимая Ирина. Спасибо, да, которая мои тоже любимые. Мы все любим друг друга. Мы все любимые тоже. Это все прекрасно, когда взаимно. Угу. Так вот, Ирина, мы благодарим вас за прошлый блог, да, по книге. Это было просто... Я просмотрел видео, признаюсь честно, 3 раза просматривал. Ну, очень план, был прям восхищен. И вот теми терминами, как мы все использовали, и именно подачу книги на Инкрузис. Сегодня нас ждет достаточно очень интересная книга, друзья. Вот сейчас как раз Гульнара подключается. Очень интересная книга, именно подходящая идеально к нашему формату работы в Инкрузис. Вы сейчас это поймете. Я ее специально по группам не скидывал, потому что, как нас учит Гульфара, наш партнер из Бельгии, да, что нужно жить в моменте здесь и сейчас. Получать, да, все здесь, вот, да. Так, Гульнара Балтабаевна, вы как, у вас с камерой получается или вы без камеры? Здравствуйте, друзья, дорогие коллеги, сподвижники. Хочу поблагодарить всех, кто проявляет интерес к нашему книжному вызову. Я считаю, что это такой формат, который дает нам новые знания, новые возможности для получения информации. И сегодня аудитории будет представлен 10-й по счету. То есть мы идем к завершению. Еще 2 формата в цифровом варианте нас ожидают впереди. Так вот, хочу сказать, что сегодня... Баян, микрофон. Ага. Я буду отключать, наверное. Друзья, что с нами уважаемая нами всеми любимая Ирина Аронец. Она очень хорошо нам как подогревает наш интерес к книжному миру, всем тем вещам, которые для нас тоже мы открываем впервые. Я вот хочу сказать, спасибо за отзыв. Это вот самое главное, наверное, вообще во всех взаимоотношениях между людьми, партнерами, друзьями, ну, с родственниками, я не знаю, всем социумом, с которым мы имеем коммуникации. И вот то, что пишут авторы, то есть... Подождите, мы же вывести на экран должны. Не забегаем. Так. Да, пока вы видите, я хочу просто от тебя 2 слова сказать, поприветствовать всех также. Mm-hmm. Спасибо, да, что вы меня представили. И я очень вам благодарна, Гульнара и Максуд. Вы делаете очень благое дело. Просвещаете наших партнеров Инкрузис и наших лидеров, и всех нас вместе. Это круто. Очень интересно. Ирина, спасибо. Вы здесь собрались просвещенные, будем так, в той или иной мере имеем опыт, знания. Но просветление наступает именно в том сообществе, которое нам открывает путь истины. И вот я сегодня хочу сказать всем спасибо за отзыв. Это вот наша сегодня тема, которая в цифровом выражении нам представили такие знаменитые, известные, лично я не знакомы, это Дуглас Стоун и Тейлор Хим. Так вот, люди, открытые к обратной связи, более эффективны и получает больше удовлетворения от работы. Это правда. А в то же время, как неумение принимать критику, ведет к конфликтам и напряжению. Вы знаете, это все созвучно вообще с нашей жизнью, вообще со всеми теми вещами, с которыми мы имеем, как говорится, в своей жизни. Это отношения, конфликт интересов, или же наоборот, с энергией интересов, с энергией каких-то, ну, таких вот важных вещей, ну, допустим, как вот говорят, любовь должна быть взаимная. Ну, кто может возражать этому? Если же жить не в любви, это вы сами понимаете, что это разрушительно, это не дает нам особого, ну, такого, будем говорить, созидательного, ну, положения. Так вот, хочу сказать, что хочу... Так, стоп. Мы все хотим сказать. Я хочу дополнить вот сказанное.
вот таким выражением, которое в конце. Вот отвергать обратную связь от людей, которые оценивают не наши поступки, а вашу личность. А, Гульнара Балтабаевна. Гульнара Балтабаевна. Так, вот смотрите, друзья. Подождите. Да. Нет, подождите. Здесь структура идет. Структура. Да? Нет, мы к этому придем. Стоп. Мы к этому придем. Подождите. Смотрите, сейчас мы будем рассматривать схему, да, и давать также слово Ирине, также слово вам, да, это не монолог сегодня. Сегодня у нас триалог, да. И, возможно, где-то партнеры в комментариях, в чате будут тоже писать, где они сталкивались с этим, да, работает ли это для них или как, да, хорошо? Вот сейчас давайте мы перейдем к следующему слайду. Смотрите. Вы все можете с телефона приблизить на экране, да? И тогда мы будем задавать вопрос Ирине и Гульнаре, как они сталкивались с этим, допустим, да, в процессе дорабочем. Давайте, я быстро зачитаю, что мешает обратной связи, да? Кто еще не знает, что такое обратная связь, это то же самое, что вы провели презентацию Incruzis, да? А человек вам дает свой отзыв, да, как он это понял или что было, не было, да, доступно и так далее. Какие триггеры? Триггеры истины, да, срабатывает, когда фидбэк, обратная связь, кажется несправедливым, да, это неправда. Триггеры отношений, да, срабатывает, когда мы не доверяем источнику обратной связи, да, то есть, может, какой-то враг вам это сказал, да, кто он такой, чтобы меня судить? Может, у человека, да, эго. И триггеры идентичности, да, срабатывает, когда фидбэк угрожает нашим представлениям о себе, да. Ну, конечно, я всегда все порчу. Вот, давайте предоставим слово тогда Ирине, да, как она видит вот эти триггеры, и Гульнаре Балтабаевне тоже, как, чтобы вы вместе как-то вот, а мы понаблюдаем за этим. Да, Ирина, как вот вы думаете по обратной связи? Какую роль обратная связь играет вообще в нашем бизнесе, да? В Incruzis в целом. Спасибо вам за отзыв, Максут и Гульнара. Спасибо за то, что выбрали такую интересную, с таким глубоким содержанием книгу. Вы знаете, я была очень удивлена, потому что даже не задумалась о том, что насколько она действительно может быть важной для нас всех. Вообще для всех партнеров, для всех лидеров, для всей компании в целом и для нашего взаимодействия. Как-то... Ну вот, честно, я просто восторгаюсь вашим отбором. Скажу почему. Потому что мы в этом всем живем. То есть вот сколько мы работаем, у каждого свой срок, как бы в Incruzis, но у каждого уже есть свой опыт. Опыт ведения бизнеса, опыт путешествий и так далее. Но во всем этом опыте у нас обязательно присутствует наша личность, наша индивидуальность и наши отношения друг с другом и вообще между нами всеми. Между компаниями, партнеры с компанией и наоборот, да, лидеры между собой, партнеры между собой, члены клуба вместе с нами и вообще то все, в чем мы погружены. И мы здесь не просто пришли сюда так, строить бизнес, мы все, каждый из нас это человек, это индивидуальность, через которого проходит ежесекундно просто вот этот психологический ток, я бы сказала, да, то есть мысли наши. Из наших мыслей строится все. Наш бизнес, наши отношения, наша жизнь и наши доходы, и наше счастье, и наше несчастье. И здесь очень важно именно, что мы погружаемся в этот отзыв. Какой отзыв можно иметь? Можно именно вот эту обратную связь. Она имеет очень большое значение на самом деле. Почему? Потому что когда мы общаемся с нашими гостями, которых мы приглашаем в Incruzis, например, да, возьмем вот эту первую, так сказать, первый шаг, здесь я бы сказала, триггеры истины очень хорошо работают, то, что в этой книге сказано. Мы даем свою подачу презентации Incruzis, свои какие-то, свою информацию, свои убеждения, но человек на другом конце провода, скажем так, да, он впервые слышит эту информацию, он ее воспринимает по-другому, не так, как мы подаем. Он задумывается, а правда ли это, а может это не так, а почему это, да, или кто-то сразу принимает это как факт, а кто-то
начинает с нами делать какие-то контраргументы, говоря о том, что это пирамида, например, да, я ближе как пример привожу, или что это не может быть, или это неофициальная компания, или откуда компания берет деньги. Вот это называется триггеры истины, когда мы выводим, так сказать, между собой эту истину, отзыв, который мы можем дать и убедить данного человека, почему это так. И человек тогда может уже под наше влияние попасть и подумать, что действительно, если мне столько фактов приводят, значит, я тоже как бы в эту истину поверю. И вот здесь идет обратная связь, то есть отношения мы как раз на связи это и отрабатываем. Ну и плюс триггеры отношения тоже классно. Почему? Потому что очень много в нашем бизнесе задействовано таких моментов, когда мы или легко воспринимаем весь материал, который нам подают, и там и компания, и лидеры, и все нам нравится, до момента, пока мы в успехе. Да, и как бы у нас положительный идет фидбэк или положительный отзыв. Все круто, все классно, все добиваются результата, все хорошо, у меня тоже все хорошо, у партнера все хорошо, значит, мы, у нас хорошие отношения и хороший отзыв. Но есть другая сторона медали, когда у партнеров бывают проблемы, не получается, бизнес не могут пригласить быстро, не могут члены клуба постоянно проплачивать свое членство. И много других, да, минусов, которые бывают, естественно, потому что это бизнес построить, это человеческий ресурс, это человеческий процесс долгосрочный, где есть разные моменты. И здесь, да, бывают и конфликты, бывают и негативных очень много момента, когда любой партнер или, то, или лидер, тут уже у каждого по-своему, может говорить, когда ему скажут какой-то, да, ну, не похвалят, а наоборот, или не похвалят, или осудят, или скажут, вот ты ничего не делаешь, или у тебя не получается, как у других начинается какое-то сравнение, да, и человек впадает в такое вот ну, депрессивное, что ли, состояние, или состояние застоя, когда он думает о вообще, то есть у него начинается или завышенная самооценка, то есть вот то, что здесь написано, кто они такие, чтобы меня судить, да, я на самом деле очень стоящий человек, я знаю много и так далее, я могу, но из-за того, что меня вот осудили неправильно, я не хочу, да, и не буду делать. Или же наоборот, вот осудили, может быть, неправильно, сказали какое-то слово, и человек начинает копаться в себе, у него начинает очень сильно занижаться самооценка, падает самоуверенность, и у него не идет бизнес, понимаете? Поэтому вот эта вот книга показывает, насколько важна обратная связь и как к ней относиться, да, и что это нужно прорабатывать, прокачивать себя психологически, вот, не делать какую-то формулу четкую и все, и на этом останавливаться. Нужно принимать, нужно учиться принимать и критику, и похвалу, и думать, как с этим двигаться дальше, потому что это человеческий фактор, и это нормально, да, вот так, ну, это мое мнение, так я к этому отношусь. Поэтому книга – это учить тому, что мы должны быть открыты, вот не надо закрываться в себе, если кто-то нас, как нам кажется, обидел или нас недооценил. Нужно просто продумать, какие мои минусы, как я могу их превратить в плюсы. Может быть, действительно, где-то что-то я не доделываю. И это как критика, как вот обратная связь, может быть, сделает очень хороший толчок для кого-то, да? Что он задумается, а что я не так делаю, или что мне поменять. Поэтому вот триггеры истины, триггеры отношений, да, это работает супер классно. Триггеры идентичности. Так, что у нас тут срабатывает, когда угрожает нашим представлениям о себе, триггеры идентичности. Да, ну, это когда человека, может быть, или повысили ему оценку его где-то, может быть, слишком, и у него начинается мания величия. Это тоже не совсем хорошо, потому что, да, может быть, человек достоин многого, но иногда у кого-то срывает крышу, и он не видит больше вокруг себя никого, не действует на обратную связь, он только вот возомнил, что он самый умный, самый красивый, самый царственный, и все может, и все зависят от него. Если он так скажет, значит, так должно быть, и все никак иначе. Поэтому
тут как бы может быть у человека, который какое-то расхождение с настоящей действительностью. И когда ему дают какую-то обратную связь, это может помочь ему вернуться обратно в него. Или другие есть факторы. Но я пока остановлюсь, да, я высказываю свою эмоцию. Да. Тоже хотите сказать? Да. Теперь я хотел бы Гульнаре Балтабайне дать слово. Вот, и с какими триггерами из этих трех она сталкивается чаще в своей работе, допустим, находясь в Казахстане, там, с инкрузисом связанной, да? И вы, Ирина, да? И я, естественно, тоже дополню, да? Потому что я себе уже как бы накидал. Да, Гульнара Балтабаевна, какие триггеры? Ой-ой-ой. Поют уже, фидбэк пошел. Как говорится, обратная связь. Вот из всех трех моментов для меня вообще, я хочу сказать, очень сложное и самое важное, мне кажется, это триггеры отношений. Дело в том, что когда мы доверяем источнику, у нас нет вопросов и касательно того, что вот какой-то там кто-то меня может осудить. Но на самом деле вот отношения двусторонние, с как бы принятие вот разъяснений или поддержки, это все, конечно, самое главное, я считаю, вот в командопостроении, потому что бывает так, вроде бы мы видим человека с большим IQ, с такой вот харизмой, с такой включенностью, и, казалось бы, мы делаем такую ставку на человека, а в процессе мы выявляем совершенно другую картину. Человек боится пассивным, он не идет на контакт, более того, он вообще отходит, выходит. Мы теряем отношения. Значит, у нас на каком-то этапе мы потеряли какой-то ключевой момент или пункт, который, ну, как бы должен вести к обратной связи. Вот этот момент для меня является основным ключевым. Понятно, что по первой части это вот и поистине. Вот некоторые говорят, вот увижу, поверю. Ну, понятное дело, увидит, поверит, там, поедет круиз, увидит, поверит. Ну, потом за этим дальше же ничего не следует, ну, поверит. Некоторые, не видя, могут поверить. Ну, то есть, как бы это вот, как бы такой вот момент, палка о двух концах, но в то же время, вот для меня лично, я считаю, что это вот отношения, это самый главный ключевой момент. Мне вот понравилось в прошлом эфире, как Алишер, наш коллега из Узбекистана, он озвучивал такую вещь, что он не верил. Вот он не верил, вот полтора года его окучивали, вот в том плане, что была обратная связь, как дела, все такое. И это его расположило к человеку, который в будущем стал его топ-лидером. Ну, имеется в виду человеком, которому абсолютно проявляет доверие и высокую, ну, как бы подчеркивает высокую авторитетность в этом плане. Okay. Вот я вот... Так, хорошо, спасибо. Тогда мы будем, наверное, по таймингу двигаться, да, примерно так по минуте каждому давать. Смотрите, по триггерам истины, что я для себя, да, увидел. Ирина, у меня большая просьба к вам обратиться к Майклу Хатчесону, чтобы все видео программы 1.0 удалили во всех интернет-ресурсах, а именно YouTube и все, что есть. Почему? Потому что люди, которые хотят проверить инкрузис, обращаются к видео, которое старой программы. И они говорят, я не верю, это неправда, у вас аккаунты удаляются, у вас вот такое, у вас это. Поэтому я вас официально прошу попросить, так как программы не существует этой, просто убрать все эти видео и залить новыми по программе 2.0. Только тогда люди могут действительно верить и говорить, это правда, да? Второй момент, триггеры отношений, да? Нашим обычным партнерам очень тяжело работать с сетевиками, потому что, вы правильно заметили, это эго, да? Когда шеф смотрит на молодого партнера и говорит, ну кто ты такой вообще, чтобы меня там судить, учить, да? Вот эта команда построения, я согласен, да? Именно в триггерах отношений. И третий момент, да? Триггер идентичности, да? Это как раз-таки ошибка вышестоящих наших директоров или наставников, когда вы не смогли раскрыть своего партнера, его потенциал. Вы его подтачиваете под себя, а у него другие скрытые таланты. Вы не даете ему это. При этом вы можете его унижать, давить, да, говорить, давай подключение, да?
А он, может быть, просто хорошо презентует, он не продажник. И вот отсюда выходят все эти проблемы. Конечно, я все порчу, недовольство, да, отрицание компании. Нужно уметь раскрывать этих людей. Вот, это я то, что по своим комментариям, да. И, Ирина, конечно, вам слово. И еще вот ваш партнер, директор, да, из Бельгии, да, Татьяна Экрамова хочет сказать. Она просит, да, тоже. Да, пожалуйста, пусть скажет. Хорошо. Так, меня видно или нет? Видно, да. Вас видно. Да, да? Ой, я не вижу. А, подождите. А, окей, да. Ой, пардон. Извините. Вот сейчас у нас очень хорошо работает обратная связь, да, что вот Максут молодец, тема хорошая, и вы даете разным партнерам высказаться. Вот у нас идет как раз обратная связь прямо в живом эфире. Вот интересно. А, окей. Угу. Ну, это интересно, это интересно. Угу. Но вот смотрите по поводу триггеров. Они люди делятся, вот если совершенно грубо вот так сказать, на четыре типа такие. Знаете, вот север, запад, юг, восток. Там есть еще маленькие подтипы, но основные типы такие. И они ведут себя одинаково всегда, со своими одинаковыми триггерами. У них, вот если возникает какая-то опасность или какое-то напряжение, человек бывает «бей, беги, притворись мертвым». Это все время одна и та же схема. Кто-то, например, там западный психотип, он идет на людей, ему нужны рейтинги, на него срабатывает это только. Кто-то прячется, когда что-то не понимает, потому что это совершенно такая другая восточная реакция. Кому-то нужны цифры, кому-то, и вот у них свои триггеры. И вы не можете сказать, что больше и что нет, потому что всех по 25% разбросано людей. И вы просто на какого человека вы попадаете, вы немножко уже начинаете понимать человека, чтобы предусмотреть его реакцию, он выберет свой триггер. Он такой триггер выбирает всегда, везде. Не потому, что вы плохо сказали, не потому, что вы ошиблись с информацией, просто он такой. Он на этот триггер заточенный. Но вы не знаете, вы даете всем подряд, понимаете? И так сказать, что мне больше попались эти люди или эти, потому что есть люди, которые любят только статистику, и они вот, нужно все порядок, чтобы мне было четко, чтобы у них была фирма, название, прям все вот четко. Кому-то нужны вот южные люди, это эмоции, там начинается, ой, да я-то хочу, да у меня все будет, что-то. Некоторые люди, да, начинают фонтанировать, им, там шарики, фонарики, понимаете, вот это все. Некоторые только рейтинги, вот пойдем, сделаем статус, ты будешь такой, там другие, понимаете, запускают, пускаются другие механизмы. А кто-то просто весь в креативе, он не знает, у него один зеленый носок, другой красный, он просто так живет, он просто это не замечает. Такие не знают, что будут делать завтра, какое у них будет настроение. И тут нет системы. Мы все разные. И на какого человека вы попадете, вы прежде всего должны думать, что не ваша это вина, что вы плохо сказали. Потому что да, было бы хуже, если бы вы не сказали вообще. Татьяна, вот, смотрите, да, вот, я хотел тоже дополнить, вы правы, Ирина, да, еще это, наверное, не слышала. В немецких сетевых компаниях перед тем, как партнер заходит в компанию, проводят тест на психотипы, да, и делят людей, да, на 4. Этот тест стоит $300, 300 евро. Да. Гамбургская компания делает, да? И там каждый наставник вот так берет результат и смотрит, доминант нужен, да, или не нужен. Потом смотрит, да, и дипломат нужен или не нужен. И каждый директор выбирает себе, я беру только дипломат, потому что я же доминант. Зачем мне второй доминант в структуре? А у нас этого нет, понимаете? Может быть, это тоже прикрутить сюда, к инкрузису? Это очень хорошая практика, ясно, да, немецкая? Да, очень. Понимаете, ну да, да? Мы можем поразбираться в психотипах людей, и чтобы понять, потому что нам это тоже помогает. Вообще, я считаю, что надо было это в школе проходить. Потому что люди очень хорошо сочетаются в дуальных отношениях, абсолютно в противоположных, как минус и плюс. И когда человек, если он лидер, да, вот это западный психотип, то у него вот эти люди с обратным знаком, они просто идут на лидера, они притягиваются к нему, они ищут, и как к паровозу вагончики прицепляются, он их примагничивает. И у них все время один и тот же почерк,
действия, он идет в одном фарватере. Мы понимаем, что здесь собрались лидеры, которые могут 40 минут без остановки разговаривать. Давайте тогда сделаем тайминг, да, в рамках минуты. В принципе, я закончила, да, все. Да, моя идея, что вам, лидеры, разные люди, все. Мы вам будем давать тоже возможность всем, да. Я хотел Ирине задать вопрос. С какими из этих триггеров вы часто сталкиваетесь? Потому что вы же топ-лидер, а мы, например, где-то ниже, да, мы с другим сталкиваемся. Вы, например, может быть, чем-то, да? Я скажу так, что изначально я постоянно сталкивалась и сталкиваюсь и до сих пор с триггером истины. То есть очень много людей, которые не верят в информацию до конца, и их нужно убеждать и переубеждать, и приводить факты. И следует тому, что наша компания часто видоизменяет или наш маркетинг, или условия, или что-то еще, как вы правильно заметили. Вот, а материала наработано очень много, то, естественно, это сбивает очень многих с толку и с того пути, который они хотели бы выбрать изначально, придя в Incruises. И из этого, получается, создаются многие проблемы. И мы неэффективно работаем, а мы или медленно движемся, или откатываемся назад. То есть делаем один шаг вперед и два шага назад. И вот эти триггеры истины, да, спасибо, я, конечно, попробую донести до Майкла Хатчесона, они сейчас работают над тем, что чистят соцсети, убирают уже много лишнего и того, что, порочит, скажем так, нашу компанию или извращенно подает материал. Но, возможно, не добирались еще до старой информации, чтобы ее почистить. Это тоже хороший момент. Вот, хотя, честно вам скажу, что жалко, с одной стороны, потому что я помню по себе. Нет. Да. Удалять не надо, просто доступ ограничить. Ограничить. Для своей команды оставить. Да, ограничить доступ. Да, возможно. Mm-hmm. Я помню по себе, как мне было болезненно, когда я вот очень много видеоматериала делала и на это потратила время, и только создашь это, только люди прониклись, начали с этим работать, и компания резко все меняет, и все это уже негодно, и начиная с начала, а это потраченное время. Это потраченный труд, да, и как бы уже никто с этим не считается. Поэтому, конечно, очень меня сердце болело, когда я удаляла такие материалы. Но, с другой стороны, да, это лишний груз, который потом создает нам лишние проблемы. Мы должны доказывать снова и чисто работать с чистого листа, так сказать, выводить эту истину. Если бы она была у нас четкая постоянно, конечно, бы проблем было меньше, обратная связь была бы намного прочнее и сразу, и работали бы мы эффективнее. Поэтому, да, будем уделять этому внимание. Очень хорошая у вас школа Ливанская в этом плане. Молодцы. И триггеры отношений здесь. Номер один, она в Австрии, Швейцарии, в Германии. 8 миллионов клиентов, 40 лет работы. Супер. Финансовый консалтинг. Так вот, идем дальше, да? Угу. Так, вот, где наша Гульнара Балтабаевна. Мы можем как-то поделить это по блоку. Допустим, я хочу... раз мы тут четвером. Угу. Давайте. Такой вопрос, сегодня такая тема, животрепещущая, что делать? Вот я бы хотела бы предоставить слово первое, Ирина, вам, потому что я себе третий вариант хочу выбрать. Вот именно третий столбец, он более такой лояльный. Вот это, да? Ага, да. Хорошо. Ирина, тогда какой у нас выбор? Так, я что должна? Давайте коротко. Первая, да? Первую колонку? Три столбца. Ага. Три столбца. Так. Давайте вы берете первую. Хорошо. Я могу ее прочесть. Хорошо. Стараться понять смысл, да? Вот что делать, ответ, смотрите. Стараться понять смысл. Даже если инициатор обратной связи что-то неправильно сформулировал, в критике есть рациональное зерно. Выяснить, откуда берутся эти выводы. Спросите, почему собеседник так считает и хочет ли он что-то посоветовать. И третье, обсудить свои цели с собеседником. Да? Будьте откровенны. Мне кажется, я слышу в ваших словах оценку. Да? Вы считаете, что я не справлюсь? Угу. То есть вот это первый блок. Хорошо, значит, что делать? Тут можно, наверное, разделить, что делать, это когда мы работаем с теми людьми, которых мы хотим пригласить к нам в команду, они еще не партнеры, они только потенциальные наши будущие, и мы обсуждаем с ними нашу тематику и, конечно, любым способом стараемся их привлечь.
Но в любой какой-то момент человек ведет с нами диалог, то есть важно для меня лично вести диалог с людьми, а не просто монолог, просто рассказывая им. Ну, другое дело, если это где-то там официальная презентация, но если это мы общаемся, то, конечно, не просто сливать полностью всю информацию на человека, и он уже устал, и он уже не понимает, не воспринимает вообще, и я начинаю его забивать, да, своим материалом и своими убеждениями, чтобы только его подписать. Я считаю, что это, ну, неправильный, ошибочный вариант, потому что человек всегда должен реагировать на то, что мы говорим, и нам показать именно свой отзыв. То есть нужно время от времени давать ему слово, делать диалог и переспрашивать, или дать ему высказаться, или переспрашивать, задавать вопросы, что ему интересно, что ему непонятно, или что, если у него какие-то другие убеждения, которые он в этом уверен, да, даже в тех же путешествиях или в том же нашем бизнесе. Каждый человек имеет право или задать вопрос, или сказать свое мнение. Мы должны к этому относиться нормально. Мы должны прислушаться и находить какие-то наши другие аргументы, чтобы дальше вести разговор и повести его в положительную для нас сторону. Но если человек даже критикует сильно, нужно задуматься, почему он все-таки настолько, да, критикует и те же круизы, может быть, никогда не был или был, ему что-то не понравилось, и давайте заведите с ним разговор, что именно, и сведите опять же к руслу позитивному, или же когда он не верит в нашу компанию. Вот, поэтому любой, кто с нами на другом конце провода, это наш собеседник, это не просто наш какой-то клиент, которому мы хотим срочно продать и его подписать. Вот так нужно относиться к людям, как вы хотите, чтобы к вам относились. И делать этот разговор, эту презентацию интересной, чтобы заинтересовать человека. Вот подумайте, поставьте себя на его место. Ну вот что делать, то есть я считаю, что так вот я стараюсь всегда ставить себя на место данного человека и понять, что он не понимает и почему. И уже, ну если это партнеры, то то же самое, то есть с партнерами тут особенно, да, мы должны быть более внимательны, так как многие партнеры уже владеют информацией, многие партнеры уже сделали большую работу, и нужно уметь их уважать, их мнение уважать, прислушиваться, у них тоже есть много ценного. Даже если ты там топ-лидер на самых высших позициях, ты не бог, и ты не можешь знать все на свете, ты тоже можешь делать ошибки, и у каждого свое есть рациональное зерно. Поэтому я считаю, что все это нормально, нужно больше именно беседовать, собеседовать и быть в таком, так сказать, в хорошем диалоге, да, и в любом искать что-то положительное. Вот, ну, это мое. Моя точка зрения. Спасибо большое. Я так понимаю, мне красная зона достается, да? Ну окей. Помнить, что со стороны иногда виднее. Нет. Новичок может... Подождите, я хотела немножко изменить. Вот дайте мне вторую часть, красную, то есть о чем можно... Хорошо, хорошо, окей. Друзья, вы знаете, просто это очень созвучно... Давайте я прочту, да? А помнить, что со стороны иногда виднее. Новичок может лучше оценить ситуацию и увидеть корень проблемы. Не ждать любви. От людей, которые нас не любят, больше шансов услышать правду. Ух ты! Да. Отделить форму критики от содержания. Каждый вправе требовать уважения к себе, но это вовсе не означает, что критика несправедлива. Да, Гульнара Балтабаевна, что вам тут близко? Это можно так сравнить. Вот, например, мы работаем на привлечение, на имя Инкрузис. И вот, вот лично в моей жизни я вот осторожно делаю такие вещи, когда начинаю разговор про эту тему, про нашу любимую тему. И когда слышу с первого раза, ой, нет, и этот новичок, который ничего не знает, ничего не смыслит, но у него есть свое мнение, и он начинает эту ситуацию раскручивать, ну, в том ракурсе, какой он видит, ну, или получил информацию, или свое представление. Вот с этого момента, скорее всего, и нужно, наверное, до конца выслушать, потому что вот это все перекликается, откуда на эту информацию. Ну, была такая ситуация, да, вот моя подруга, она туда вложила $1200, потом эти погорели, и вот все.
А дальше ничего нет. То есть это то мнение, которое, ну, будем говорить, бытует у людей, которые, ну, хотят, вернее, не хотят слышать, не принимают у них собственное вот это вот, как бы, мнение, которое перечеркивает практически, стоит ли делать дальше шаг, переубеждать человека, который, у которого свое видение. Или же, например, мне легче с такими людьми, которые ничего не знают. Ну, к примеру, да, я не слышу. И вот здесь вот начинается, наверное, самое такое, как мы любим говорить, вкусная тема, когда мы начинаем уже говорить о том, что это есть то, к чему мы бы хотели пригласить или дать возможность. Ну, это вот то же самое, то, что мы бы опротестовывали. Да, а где корень? Да, этот человек, он не выполнил те условия. Ну, зачем нам новичку, например, объяснять эти вещи? Я так считаю, что нет смысла, он когда-то услышит, но услышит в другой интерпретации. Так что это вот момент, когда мы должны тоже знать новичка, его первое мнение. Но вот второй пункт, почему я, будем говорить так, это перестроила, не ждать любви. Вы знаете, вот когда высокая аффинити, мне кажется, даже пусть это будет, ну, совсем не притягательный персонаж или как-то вот, но от человека мы можем получить ту информацию. А если у нас низкая аффинити, человек неприятен, он имеет свой рейтинг там, ну, в разных там, как говорится, интерпретациях, то он, что бы он ни говорил, даже ту правдивую информацию, он не будет услышан, потому что люди, они по-своему или любят, или не любят. Ну, может быть, есть какая-то там золотая середина, ну, он, может быть, там просуждает, но в любом случае, вот положение должно быть, ну, касательно того, что, ну, вот как нам говорит автор, не ждать любви. Соответственно, у тех людей, ну, больше шансов на любовь. Так, по таймингу укладываем? Ну, отделять форму критики от содержания. Критику мы выслушаем, у нас был блог, такой достаточно эфир, очень такое содержание, как можно возражать, вообще как-то принимать удары по возражениям, как грамотно выходить из этой ситуации. Ну, но мы должны же понимать, что каждый вправе требовать уважения к себе лично. Мы это понимаем, не перестраиваем. Друзья, можно мы перезайдем сейчас, да? Ирина, как раз потому что много хорошо. Интересного только начинается, эфир заканчивается, да? Так, и давайте, партнеры, тогда сейчас перезайдем. По этой же ссылочке, да, Максут? По этой же ссылочке, да. Хорошо. Окей? Да. Давайте, а то у нас еще минута. Соединяются, да, наши все? Сейчас, секунду. Так. Я тогда продолжу. Просто у нас там еще очень интересный третий скрин есть, поэтому, может быть, не стоит сильно останавливаться на этих, да? Ну, вам виднее, Максут. Да, я хочу, чтобы все по таймингу придерживались, ага. Да? Как бы вот вам дается, например, минута, вы что-то такое ценное выделили, да? Угу. И где-то из практики, да, ваше было. Угу. Сейчас Гульнара Балтабаевна подключится, чтобы я тоже всем объяснил, потому что, возможно, кто-то из партнеров захочет что-то добавить, да? Мы тоже можем им дать. Конечно. Да? Гульнара Балтабаевна, вы тут, да? Все, подключились? Да, все нормально. Закончил. Да, закончили. Смотрите, друзья, вот в нашем сообществе, да, мы проводим прожарку экзамен, да? Почему? Мы хотим людям помочь. Правильно же? Вы же, наверное, слышали уже, да, Ирина? Вот, да, Дара Балтабаевна, слышала. Жарите тут конкретно. Смотрите, да, жарим мы конкретно. Вот смотрите,
Вот после экзамена у нас есть такое понятие сэндвич. Это когда булочка, мясо и булочка. Mm-hmm. Вот эта булочка снизу, сверху, это когда мы хвалим. А вот это мясо, это критика. Что у него было плохо в презентации? Вот именно это и есть не ждать любви. Когда не ждите от нас любви, мы вам пришли помочь. То, что я сейчас фальшь тебе дам, да, буду улыбаться, да, и говорить тебе что-то, это тебе не поможет. Лучше я тебе как, да, из хороших соображений помогу сейчас, открою, подниму тебя, да, и ты пойдешь дальше, но с правильными шагами. Поэтому если даже какие-то вышестоящие директора неправильно что-то трактуют, даже я не стесняюсь взять телефон, позвонить им и сказать, пожалуйста, не делайте так, да, это вы нарушаете правовые документы компании, да, потому что завтра они меня поблагодарят за это. Да? Здесь то же самое. Завтра все тысячи наших партнеров, у нас уже 1500, да, идут, они поблагодарят, они скажут, спасибо вам, вы мне такую школу дали, да, вы мне действительно такой сэндвич дали, который я на всю жизнь запомнила. Да? Вот из таких соображений. Поэтому не ждите любви, ждите реальной критики, да, где вас, где все как бы, ну, по-честному. Давайте я быстро третий блок прочту. И там уже можете сами миксануть, добавить, да, я сильно не претендую, вам позитивный, судя по всему. Разделять факты, да, их интерпретации, эмоции. Оценивайте реальные последствия. Взгляните на ситуацию под другим углом. Включите самоиронию. Перестать мыслить ярлыками. Признайтесь, что вы, как любой другой, можете ошибаться. Да? Использовать критику как стимул для изменений. Воспринимайте обратную связь как коучинг, а не как оценку. Так, вот, Ирина и Гульнара Балтабаевна, вам вот здесь по таймингу давайте добавляйте, что, как вы видите, где сталкивались, к инкрузису применительно. Угу. Ну, хорошо, да, я добавлю. Да, Ирина, давайте вы. Ага, минуточку добавлю, а потом уже дальше пойдем. Хочу, да, остановиться на том, не ждать любви, то есть многие, ну, да, ждут, может быть, что их будет любить вся команда, вот, и будет их хвалить, и они хотят быть самым-самым лучшим наставником, это было бы хорошо, но на самом деле мы должны понимать, что это бизнес, мы сюда подписываем людей, иногда случайных, или они сами подписывают, или тех людей, которые мы не знаем вообще, мы сможем с ними сотрудничать на таком долгосрочном уровне, потому что, как я еще в самом начале говорила, когда только начинала игру, что вы должны понимать, что здесь вы будете строить семью на всю жизнь, причем ту семью, в которой вы даже не сможете развестись, если там в личной жизни можно еще развестись, если отношения не складываются, то здесь у нас бизнес навсегда. Поэтому мы должны научиться принимать людей такими, как они есть, вот, не ждать от них любви, если они нас не любят, не любить всех нам тоже, потому что это невозможно, но искать вот эту формулу взаимодействия и сотрудничества. Взаимосотрудничество, уважение – это обязательно. И понимание, вот нужно на этом строить наши отношения, понимать, что мы сюда пришли надолго и будем все вместе, вот в такой цепочке, вот в такой структуре. И поэтому искать такие моменты, которые будут нам более гибкие, да, и идти на какие-то компромиссы, благодарить за все, что мы здесь можем увидеть, понять и научиться других и дать, передать кому-то. И действительно, мы здесь все помогаем друг другу, поэтому, помогая другим, вы помогаете себе. И это самое ценное. Вот и все, как бы на этот момент. Так, ну давайте, кто еще добавит по зелененьким? Ну вот все-таки я... Давайте. Хочу сказать, вот мне вот как-то вот по третьему пункту нижнему, вот использовать критику как стимул для изменений. Вы знаете, не всегда похвала или там какая-то поддержка, она может быть более действенной, чем критика. Но вот, знаете, и это человек, будем говорить, разумный, он воспринимает обратную связь как коуч, он учится этому, а не как оценку его деятельности или как человека. Поэтому я считаю, что критика, она должна быть поучительной, прежде всего... Я отключу сейчас.
Продолжайте. Ну, по разделять факты, их интерпретация и эмоции. Вы знаете, ну, зачастую бывает так, что зачастую люди заходят на эмоциях. Ну, вот мы видим очень много таких вот, ну, видеороликов или какие-то вот интервью, или же, например, какие-то вот примеры таких вот успешных людей. Это, конечно, очень важно использовать в работе нас для, как, в плане того, что транслировать вот, модель успешных людей, их путь, допустим, к лидерству. И это тоже является одним из тех вещей, когда человек принимает, и он видит, и оценивает, как, вот, как в будущем это его как последствия. Но взглянуть также можно и с другой стороны, по другим углом. Вот как говорят авторы, то есть я вижу, например, у людей, ну, мы же не все одинаковые, мы все имеем разную скорость продвижения, включения, ну, какие-то вот по четырем типам мы уже проходили, какие-то вот у нас были тоже материалы. И это тоже ситуация по другим углам. Кто-то, может быть, он долго включается, но потом быстро стартанет, а кто-то, наоборот, старт берет, ну, впоследствии открывается. Как бы эти... Но всегда включать самоиронию. Ну, я это понимаю так. Вот у меня тоже вот так было. Вот я тоже долго думал. Меня 3 года назад приглашали, я совершенно не включилась. А вот мне сделали подарок, и я сейчас вот имею возможность быть такой замечательной компанией. То есть это о том, что перенос тяжести или, например, примеров как-то на себе аккумулировать, это тоже является одним из, наверное, вещей, которые, ну, подсказывают нам делать, что делать. Хорошо. Ну, так, мы видим пункты, и от них не отходим, да? Тема была заявлена, использовать критику как стимул, да? Так, давайте к следующему слайду переходим, чтобы как бы мы понимали. Последний слайд, он самый сочный. Я думаю, здесь вы все себя найдете сейчас. И вам будет что сказать. Как принимать обратную связь? Как принимать? Заметьте, да? Перед беседой, во время беседы, после беседы. Да? И вот это я хочу сразу обратить внимание. Отвергайте обратную связь от людей, которые оценивают не ваши поступки, а вашу личность. Угрожают, всегда обвиняют только вас или требуют невозможного. Здесь я хотел сразу оговориться, что компания Incruzis запрещает работать под принуждением, запрещает, да, когда вышестоящие унижают или причиняют какой-то вред. Да, это не наемные работники пришли сюда работать, пожалуйста. Мы все независимые сотрудники, ой, независимые партнеры. Хорошо? Вот, это, конечно, просто как бы должно быть принято уже у всех. Так вот, я буду сейчас, наверное, прочитывать эти все пункты, и вы как раз по ним будете добавлять, да? Либо я все зачту, и вы как раз выберете. Давайте. Первое. Продумать цель разговора, да? Окей? Второе. Слушать собеседника, видеть проблему его глазами. Третье. Слушать свой внутренний голос и осознавать, какие триггеры вам мешают. Четвертое. Спокойно объяснять свою точку зрения, не переходя в перепалку. Пятое. Сказать, с чем вы согласны или не согласны. Шестое. Действовать, если хотите измениться. Начинайте что-то менять. Седьмое. Экспериментировать. Риск невелик, а польза может быть существенной. Восьмое. Не сдаваться раньше времени. Угу. Давайте. Вот. Это вот такой процесс по работе с обратной связью. Ирина, Гульнара Балтабаевна, у вас тайминг. Выбирайте самый сок. Давайте Гульнара, давайте. По очереди давайте. Давайте Ирине. Ирина пусть скажет, потом вы тоже. Окей. Хорошо, спасибо, я быстренько. Ну, на самом деле, это вот все тезисы на этом дереве, они гениальные и очень к нам применимые. Вот я сейчас их прочитала первый раз вместе с вами, да, Макс, вот, как вы озвучили. И буквально каждое, да, вот поэтапно, как написано, вот так и надо вести беседу, если правильно вести ее. Потому что, ну, бывают случаи разные, бывают ситуации разные, бывают темы разные, бывают партнеры разные,
И, конечно, наша задача в любом случае себя контролировать, да, как мы ведем беседу с данным собеседником или партнером, и держать контроль. Контроль над собой и контроль над собеседником, потому что бывают разные. Бывают, конечно, спокойные разговоры, бывают душевные, задушевные, позитивные. Это все классно, тогда легко вести разговор и принимать обратную связь. А бывают разные выпады, негативные, даже противоречащие, даже с угрозами. Я сама лично испытала не один раз такие беседы на себе, даже очень много раз на практике ведения бизнеса Винкрузес, когда ко мне обращались разные партнеры с разными проблемами. Ну, в основном все как бы с уважением просто просили помощи или хотели моего совета, вот, и вели себя достаточно адекватно и благородно. И я как бы пыталась тоже оказать помощь, насколько я могла, но... Бывали ситуации, когда просто лично меня обвиняли в том, что компания сделала не так, как им казалось. То есть вот это есть такие моменты, да, когда люди от отчаяния того, что они не получили Винкрузес, потому что ввиду разных обстоятельств или завышенных своих ожиданий, не принимая правил компании или не понимая, почему компания так ведет себя, а не так, как они хотят. Вот, и, может быть, их не выслушали руководители компании или их спонсоры, или просто не могли им помочь, и вот они нашли меня и начали угрожать меня. Мне, как будто бы это моя компания, как будто бы я виновата в том, что ну, я не могу им помочь, и у них такая вот проблема. Поэтому тут, конечно, скажу вам честно, что, несмотря на то, что, может быть, я их тоже жалела, но я чувствовала себя очень некомфортно, дискомфортно в этой ситуации из-за того, что я лично не могу помочь в данной ситуации никак. Компанию я должна как бы отстаивать, да, потому что мы приверженцы той компании, в которой мы работаем, мы должны понимать, почему она так делает. И также доносить и учить наших партнеров. С другой стороны, я понимаю также партнеров, это тоже моя команда, и у всех ситуации бывают разные. И... Извиняюсь. Да, сейчас, секунду. Вот, и что тут сказать? Тут поэтому ситуации бывают разные, и иногда, конечно... попытаться до конца поговорить с людьми и объяснить, чтобы они посмотрели с другой стороны, с другой точки угла, да, точки зрения эту ситуацию видели. То есть наша задача, конечно, получить эту обратную связь и свести ее до минимальных потерь, там, психологических и других, да, каких-то еще. Вот, поэтому тут, конечно, а если приходит такой момент, когда вы чувствуете, что вы не можете, да, ну, оказать помощь, и вам беседа это уже в напряг даже, и вы чувствуете себя после этого очень плохо, то, конечно, тут уже вы должны подумать, как вам поменяться, потому что вы в этом бизнесе все равно будете, и вам нужно уметь коммуницировать с людьми разного уровня и разных точек зрения. И здесь, опять же, да, наш рост, постоянное наше развитие, постоянный вот наш коучинг, самокоучинг и вот работа вместе с вами. Это очень всем помогает, когда мы слушаем точку зрения других людей и можем применить ее на себе. И думаем, что же, как нам дальше двигаться. Ну и последнее, вот не сдаваться раньше времени, так как это очень часто бывает у нас в тех, когда люди не выдерживают каких-то трудностей и сдаются. И потом долго себя не могут реанимировать или... привести порядок, чтобы действовать дальше. Поэтому, конечно, нужно учиться нам беседовать до того, во время беседы, после беседы и делать выводы. После каждой беседы делать выводы, чтобы уже в следующий раз, может быть, по-другому и себя вести, и собеседником, и делать какие-то новые шаги, какие-то эксперименты и так далее. Ну вот то, что я хочу сказать. Спасибо. Спасибо большое. Хороший пример у вас был. Вот с таким действительно тяжелым возражением, да, когда люди путают, что сетевой бизнес принадлежит
только основателям компании, не директорам. Многие у нас путают это, они думают, что это их компания. Нет, абсолютно нет. Гульнара Балтабаевна, с чем вы сталкивались в практике? Что у вас вызывает? Мне, знаете, абсолютно нечего добавить, потому что Ирина так замечательно все раскрыла. Но хочу еще добавить вот такой момент. Вообще наш вот этот пикбез, который прописан как азбука, как, я не знаю, там, как букварь на нашей платформе, где проводится обучение практически на примерах тех людей, и вообще все это говорит о том, что люди имели определенный опыт, и они делились, и причем щедро это все, знаете, прописано. Самое главное знать, знание, это дает возможность быть вооруженным, как говорится, на наших уже примерах. Конечно, я хочу сказать, что вот лично я для себя одну, ну, концепцию 8, чтобы не сдаваться раньше времени. Я не собираюсь сдаваться, поэтому для меня это вот прям наоборот, наверное, номер один, если вот так вот наоборот. А это дерево, это прям пошаговый алгоритм. Мы можем руководствоваться этим, и поэтому авторы, наверное, выявили, вот видите, применительно не только к вообще в жизни. И вот очень мне понравилось, я в самом начале озвучила, вот отвергать обратную связь от людей. Ну, вот знаете, я хочу дальше. Людей токсичных, с которыми некомфортно, с которыми мы выгораем, мы теряем свой запал, энтузиазм. То есть это люди, которые наши поступки, ну, как бы не оценивают, а оценивают личность. Поэтому я считаю, что это совершенно правильно. И это мы должны вообще, как говорится, во главу угла держать, иметь людей, потому что команда, прежде всего, люди, которые идут вперед, они лидеры, которые ведут. И очень много примеров. Я очень восторгаюсь вообще с таким героизмом, потому что это героизм, проявить шанс, не зная вообще этой темы, но включившись, проявляют такие хорошие результаты. Поэтому я думаю, что эта книга или алгоритм, он абсолютно приемлем в нашей работе. Спасибо большое. Но мне, как всегда, всегда есть что добавить, да, поэтому я вам сразу скажу так. Самое, что мне не нравится в Инкрузис, а я говорю всегда правду, да, это когда люди возводят культ личности. Пожалуйста, перестаньте это делать, да. Вы все обычный партнер, такой, как я, как мои коллеги Оксана из Испании, Сюзанна из Италии, Гульнара Балтабаевна, да, из Алматы. Способны создать вот такое вот чудесное сообщество, большое, которое вам всем помогает. Это обычные люди, да? Поэтому, пожалуйста, да, не создавайте. В постсоветском пространстве уже достаточно культов личности, которые нас завели в свое время в разные тупики, да? Думайте своей головой. Дальше, да? Токсичность, да, как Гульнара Балтабаевна правильно сказала, токсичных людей. А когда вы рефералку привязываете к своему Инстаграму, а как же вы будете отбирать людей, если они туда залетают уже? Может быть, надо с этого думать, чтобы выбирать людей самостоятельно в этот бизнес, да? Второе. Это сейчас не персонально никому, это в целом, да, кто, допустим, так делает, свою рефералку в доступе держит, да, в сети. Дальше я хочу сказать. Вспомните все своих детей. Вот пошли они в школу, да? Если они вам доверяют, они вам расскажут правду. Но если они вас боятся, да, или еще что-то, они вам правду никогда не скажут. И либо будет очень поздно, когда вы узнаете, кто стал ваш ребенок. Поэтому вот это доверие должно быть, это и есть обратная связь, да, на уважении. Не может быть без уважения обратной связи. Потом, дальше. Если вы живете с мужем, который толстеет с каждым днем, да, но вы ему обратную связь не даете, тогда почему вы удивляетесь, что у него инфаркт? Вы же сами не давали обратную связь, не поднимали его, не выталкивали его, да? Согласитесь. Дальше. В немецких, опять же, я подчеркиваю, в немецких сетевых компаниях каждый отказ вот такой обратной связи всегда с улыбкой воспринимается, потому что отказ приводит к получению новых рекомендаций. Запомните это, да? Любая плохая обратная связь, либо отказ, это всегда рекомендация. Потом, смотрите, я всегда партнерам в нашем сообществе советую, особенно новеньким, приходите со своими гостями тоже как гость. Привели на спикера, на Ирину Аронец,
не представляйте, что вы в инкрузисе. Скажите, давай послушаем возможности бизнеса, может, нам понравится. Пришли как гость, ушли как гости, и вот тогда ваша подруга скажет всю правду. А она скажет вам на самом деле, да? И вы действительно будете знать, какая подача лучше, как, что, да? Понимаете? Вот она, обратная связь, истинная, да? Потом, смотрите, раз уж мы заговорили, да, про обратную... Вот, вообще в Европе есть такой eBay или Alibaba, да? Неважно, там какая-то торговая, да, площадка. И как только ты покупаешь у них товар, они просят тебя поставить оценочку, да? 5 звездочек. Вот это обратная связь. Я помню, мне пришел товар, и там была царапина, да? Я поставил 2 оценку. Ну вот же царапина, ну что такое? Недоволен, да, я? Так вот, ко мне эта компания перезвонила и сказала, в чем суть? На e-mail написала. Я говорю, у меня царапина здесь. Не надо назад присылать. Мы вам вышли новый, такой же товар. Но, пожалуйста, уберите эту 2, поставьте 5. Представляете, как дорожат обратной связи? А потом я потер, а не было царапин. И у меня осталось 2 нормальных товара. Да? Ну, я просто ошибся. Ну, бывает, с кем не бывает. Понимаете? Нужно дорожить своей репутацией, да, вот в таком же плане. Вот как некоторые борды говорят, да, или там топы, да, выходить на презентацию как на свидание, да, в ресурсном состоянии, да, вот эта обратная связь негативная к вам никогда не прилетит, поверьте мне, если вы действительно вот так держитесь, да. Спасибо большое, я все сказал, что я хотел добавить. Угу. Да, можно я еще добавлю? Да, Ирина. Да, конечно, Ирина, давайте. Спасибо, потому что вы тут сказали такую, Макс, умную вещь сейчас, вот, ну, про отзыв, да, то, что важно в компанию, где вы покупали там какой-то товар, отзыв для них, и это действительно отзывы сейчас работают как number one везде. То есть и если взять соцсети, да, везде отзывы на первом месте дают какую-то оценку уже любому товару, продукту или компании, или бренду. Из-за чего это? Из-за того, что миллиарды людей пользуются соцсетями, и все уже научились в интернете, если не работает, что-то искать или что-то покупать, и все стали умные, и все хотят не просто видеть информацию на сайте, а именно взять чужой отзыв, то есть тех людей, которые попользовались данной услугой. Это работает на доверии, вот как вы сказали, это работает на 100% гарантия для человека, когда он услышал, увидел много отзывов реальных людей, которые попользовались данным продуктом. И то же самое можно применить и на нас всех с вами. Или же вот отели взять, да, почему отель всегда имеет категорию там 3 звезды, 4 звезды, 5 звезд, и для них это очень важно, потому что это повышается их уровень, их престиж, естественно, оценка качества, естественно, и клиентов больше, и денег больше, и оборота больше. Вот, то же самое возьмем, и каждый борется за эту оценку. Любая компания, везде все борются за оценку и за звезды. В наши, скажем, инкрузы возьмем, круизы. На самом деле круизы не имеют такой категории ценности, оценивания, как отели, там звезды, да, но просто негласно выставляют люди уже им звезды, зная то, что можно сравнить качество отдыха, допустим, в отелях или просто по тур путевкам или путешествия, которые на роскошных лайнерах. Поэтому роскошным лайнерам и нашим круизам дают как минимум, начиная с 5 звезд. Там даже нет 2 звезды, 3 звезды, 5 звезд, 6 звезд, 7 звезд. Вот такая оценка отдыха на круизных лайнерах. Или, как вы знаете, когда ставят 5 или 7 звезд на очень выстанный и хороший коньяк. Вот это оценка. И такую же оценку мы получаем с вами, когда мы находимся в наших отношениях с людьми и в нашем бизнесе. Поэтому получить хорошую обратную связь и высокую оценку – это очень важно для каждого из нас. И мы будем все за это стараться и бороться. Да? Ну, бороться в хорошем смысле слова. Для нас это всех важно, потому что когда нам дают хорошую оценку, нас повышается наш уровень,
уверенности. И уверенность, конечно, даст нам лучшие результаты. Поэтому будем стараться получать оценки хорошие и давать нашим партнерам тоже оценки хорошие, если они это заслужили. Но если они не заслужили, то надо прямо им говорить, как есть и что есть. И вот еще как бы закончу, да, уже мою мысль. В этой книге, о которой мы сегодня говорим, и которая для нас пример сегодня как методичка, спасибо за отзыв, красной нитью есть такая вот фраза, что нужно не, ну, чтобы добиться результата с людьми, с отношениями с ними, нужно их не толкать, а нужно их тянуть. Да, есть такая фраза. Что это значит? То есть возьмем наших партнеров или наших там клиентов, нам нужно их не силой составлять, прийти к нам или любить это дело, которое мы занимаемся. Силой никак, у человека не заставишь получить его результат. Тут только можно показать пример, научить, помочь, вот то, что мы все вместе делаем, и обратить его, их внимание на то, что мы хотим им показать и доказать, и повести за собой. Вот это называется «тянуть». То есть толкать сложно, а вот тянуть можно тех, которые пока не сдаются так легко. Вот над этими работаем и будем работать. И пользу от этой книги взяли сегодня, думаю, многие из нас потрясающие. Будем над ней еще дальше работать. Очень много глубоких мыслей здесь и советов. Спасибо вам, Максут и Гульнара, что выбрали эту книгу. У меня вопрос Гульнаре Балтабаевне. Вот она у нас заслуженный врач Республики Казахстан. Вот когда к вам звонят, вам говорят: Гульнара, пожалуйста, посоветуй какого-нибудь врача хорошего. Ну, вот это тот же отзыв, да, судя по всему? Я на самом деле много лет в этой отрасли отработала, и хочу сказать, наверное, я имею статус больше как эксперта, наверное, нашей системы. Ко мне постоянно звонят и спрашивают мое мнение, куда бы лучше там обратиться к кому-то. И я считаю, что, знаете, сейчас вот свобода выбора врача и клиники, это вот конституционно закреплено в нашем государстве и вообще во всех других. Поэтому мнение эксперта, это является, знаете, направляющей, наверное, силой, потому что если эксперт говорит: да лучше пойди вот к тому врачу, потому что, то есть мы объясняем, почему мы рекомендуем, не просто там, вон, иди туда, там, и там какие-то там, я не знаю, преференции или что-то. Наоборот, то есть в нашей системе и системе нашего дела любимого рекомендации – это определяющее, наверное, самое главное, потому что мы же… Я вот сталкивалась с таким моментом, когда люди идут на лидера, они хотят в такую сильную команду, команду таких вот сильных людей, авторитетных, наверное. Вот почему они больше набирают оборотов? Потому что это сила рекомендации. Я считаю, что это вот надо использовать эту силу рекомендации. Ну, не только так, как я, как врач, там, могу порекомендовать на самом деле вот ту клинику или зарубежную клинику, поскольку как я являюсь амбассадором, наверное, в медицине, зная возможности многих и зарубежных клиник в приоритете, допустим, той или иной, ну, как бы, патологии. Поэтому все это применительно к людям. Люди идут на доверие. Доверие – это самое главное. У нас был блог, по-моему, тоже в цифровом варианте, доверие. Это вот самый главный ключевой момент, наверное, всех наших взаимоотношений. Поэтому я очень сильно, Ирина, вам доверяю. И ваше мнение как эксперта высоченного уровня для нас очень важно. И все, что сегодня мы проговорили, просто добавить нечего, потому что это прям разложено в таком формате. И я думаю, что это будет полезно для всех нас. И партнеров, и вообще... Спасибо, Гульнара. Так, ну, уважаемые да, партнеры, если вам понравился сегодняшний контент, пожалуйста, давайте пишите в комментариях. Побольше лайки, отзывов, обратной связи. Да, побольше отзывов. Спасибо вам за отзывы. Действительно, покажите свои отзывы, давайте, вот то, что вы прослушали, да. Мы благодарим Ирину нашу. Я вас тоже благодарю от души.
маму, маму русскоговорящего всего инклюзивиста. Я благодарю свою маму. Да, вы замечательно. Мама, прям супер. Максут, вы можете загадывать желание? Вы между двумя мамами сейчас. А, точно. Ну, тогда я буду человеком скромным, тогда интернационального директора догадаюсь. Ладно, давайте, как уж и быть. Как можно быстрее, да. Давайте. Хорошо. Так, друзья, на этом мы можем тогда как бы подходить к концу. Вы все прекрасно поняли, да, что отзывы важны, рекомендации важны, поэтому, пожалуйста, прежде чем выходить в свет и рассказывать о нашей прекрасной компании, научитесь презентации, да, в нашем же сообществе вы можете это сделать, да, либо своего наставника попросить. Обязательно изучите кабинет, за что мы Ирине нашей благодарны, когда она там проводит, да, как бы встречи, да. Обязательно изучите правовые документы, кто такой партнер, кто такой член клуба, да. Обязательно объясните, изучите маркетинг-план, объясните, на какой глубине сеньор-маркетинг-директор максимально может получать рекуррентный доход. Вы должны все эти детали знать. Вы должны знать, что продаем мы здесь членство в клуб, а не путешествия, там, допустим, круизные, да. Вы не агенты по туризму здесь. Обязательно развивайтесь, учитесь, и вот наши такие лидеры замечательные нас всегда поддержат, поделятся опытом, хорошо? Все. Всего хорошего всем, крепкого здоровья, вы молодцы, да, мы вами гордимся, наши директора уважаемые, да? Давайте всем развиваться. Спасибо большое. Если еще что-то хотите добавить, вам, вам Максут и Гульнара, сегодня от меня 7 звезд. 7 звезд. 7. Вы достойны самого лучшего. Спасибо, очень с вами. Мы в топе. Да, мы в топе. Все, ждем отзывы от всех. Пишите всем в соцсетях. Я запись делала. Если получится, то выложу. Хорошо, спасибо большое. Спасибо. До новых встреч, друзья. Так, благодарю всех. Благодарю, до свидания. Вас. Партнеры, если кто-то что-то хочет добавить, как обратную связь, голосом, без проблем. Может быть, действительно, давайте. Было бы интересно по минутке каждому. Да, из... давайте вот Гульфара, наш партнер из Бельгии. Это было бы замечательно, получить отзыв на отзыв, давайте. Да, давайте, золотой голос нашего сообщества, Гульфара, пожалуйста. Гульфара. Мы вас ждем. Из Бельгии партнер. Гульфара, включайте микрофон. Мы насладимся. Уже... Нет, она здесь. Мы насладимся вашим голосом. Здравствуйте. Я хочу вас всех поблагодарить. Мне очень понравилось. Очень много себе выписала. Вот. И... ну, благодарю. Это как-то быстро так. Спасибо. Мы вас тоже благодарим. Ну, были с нами. Ну, а что важного? Важного-то что выписали-то? По итогу, что дошло-то такого? Что перевернет вашу жизнь? Я, наверное, все писала. Что, простите? Да. Что вы внедрите сейчас, вот прям практику, первым же делом? Ну, работа с новичками, например, да, как с ними разговаривать. И потом вот тоже взяла на заметку, что люди все разные бывают, да? Вот, обратная связь, вот как принимать. Что еще у меня тут? Ну, я по каждому слайду, в принципе, писала все, что говорили. Mm-hmm. Вот. Но я хочу просто поблагодарить всех. Хорошо, спасибо большое. Вот, Ирина, а вот дайте всем совет. У нас есть партнеры, которые уже тонны бумаги исписали всех советов, всех марафонов, всех бордов, всех, кого хочешь. А применять когда надо? Да, это наш бич. Это есть такая у нас проблема. Это я наблюдаю уже давно. А, вот этот плюс превратился в минус у многих. И над этим надо нам подумать, как это дело проработать. Мне кажется, да, потому что есть очень много старательных учеников, отличников, наверное. Они очень прилежны, они все действительно конспектируют, они везде ходят, они все слушают, они просто вот должны были бы сдавать экзамен каждый день на отлично. А нет практики вот от них, понимаете, получается какой-то вот тормоз в другую сторону, человек забивает себя теорией, у него внутри много всего уже информации, источник просто надо, чтобы он выливался, а он не делится, вот не делится, да, вот как-то сам себя зашорил.
Поэтому что я могу посоветовать таким людям? Вот прям брать и делать. Вот оставьте уже, как бы ваша теория, она будет выливаться из вас в народ. Идите уже и что-то делайте. Что делать? Выступайте, делайте презентации, что угодно, но идите и делитесь тем ресурсом, который вы в себе накопили. Вы это все изучаете не на вашу вторую жизнь, а на эту, в которой вы сейчас живете. Поэтому нужно использовать ваши знания сегодня и сейчас. И еще, может быть, у этих людей есть такая проблема, у меня тоже такая проблема была, поэтому я сейчас хочу посоветовать вам. Не стремиться к совершенству, вот перфекционизму. Вот у меня это было много лет по жизни, я старалась вот сделать идеально, иначе или никак. В итоге что получилось? Конечно, оно получается, но до какого-то момента. Потом ты уже не успеваешь, у тебя накапливается много всего, и ты уже ничего не делаешь, потому что если не сделаешь совершенно, ты никак не можешь, а ты уже не успеваешь, или еще в какой-то момент начинается перехлестывание. Поэтому что хочу сказать, не ждите вашего совершенного момента. Он придет вам в процессе. Вот живите сейчас в моменте, как Максут говорил с самого начала, используйте ваши знания сегодня, и вы отшлифуетесь, вы все равно будете совершенны в том, что вы делаете, вы все равно лучше других, потому что вы такой единственный в мире. И ваша подача будет тоже людям интересна, потому что она будет другая. Вот мы все по-разному говорим, но вам интересно, правильно? Потому что каждый по-своему выражается. Вот, поэтому действуйте, Максут, заставляйте таких людей выступать, толкайте их, Гульфара у нас по средам проводит занятия. Молодец, Гульфара. Она у нас в топах спикеров. Супер, ну да, значит, Гульфара не в этой категории, о которой я говорила. Она пример для таких. Я была в этой категории, пока я не получила, наверное, такой волшебный пинок от Максута. Благодарю ему. Пинок это как-то... Ну, это как любят в Инкрузе, да? Нет, пендель, это волшебный пендель называется. Да. Или благословение. Гульнара Балтабаевна, благодарим вас за этот проект. У вас минута, чтобы все закрыть, и у нас уже на этом как бы концовка. Спасибо за включенность, наверное, в эфир, потому что люди не включены, их сюда не затянешь, и не затащишь, не протолкнешь. Поэтому спасибо всем за включенность. Вообще считаю, что нам знания не на всю жизнь мы получаем, а обретаем через всю жизнь, поэтому мы все учимся. Я поздравляю, сегодня день сетевика, он, наверное, международный такой проект. Давайте поздравим друг друга и пожелаем больших-больших новых успехов. Поздравляем. Успехов на старте, в процессе, чтобы мы дошли до своих как бы целей. Я вот всем от души желаю быть здоровыми, потому что я доктор, желаю, чтобы вы все были здоровы. Я хочу, чтобы вы были все счастливы, я хочу, чтобы все были успешны, потому что мы действительно разделяем чувства каждого участника здесь и поддерживаем. И я очень благодарю своего сына. Я даже удивляюсь, откуда он столько времени находит. Он вообще засыпает нас всеми этими нашими, в чатах. Но я вижу, что ему это нравится. И поскольку как он тоже объединяет людей, единомышленников, это радует. Мы всем строим мосты, объединяем людей. Это же наш принцип. Вы что? В общем, Гульнара Балтабаевна, спасибо вам. Ирина Аронин, спасибо вам. Гульфара, спасибо. Татьяна Икрамова, спасибо за подключение. Вы все молодцы.